Ну и всем здрасте. Выдолбил балок. Где-то за часик, наверное. Оторвал его, обдолбил полозья. На улице морозно. Хиус тянет. 35. Ну, к обеду обещают вроде 32. Но это тоже не сильно радует. Короче, сейчас продолблю все лунки, сделаю пошире, чтобы потом не мучиться. Короче, отработаю сегодня полдня как надо, чтобы потом неделю спокойно ездить. Наловлю наживки с запасом, если будет клевать. Потащу балок, в палатке сегодня не порыбачишь. Чтобы затопить печку, по-нормальному посидеть, ловить. Снимать не получится, в балке освещение слабое. Так что как-то вот так. Потом, если светло будет, сниму проверку перемета. Но половина не наживлена. Вчера не было ершей. Наживлять было нечего. И особо ловить их вчера не хотелось. Хотелось отдохнуть. Сегодня за отдых буду отдуваться в два раза больше. Такая фигня. Потащусь, время идет, день короткий. Вот такие дела. Куда-то полетучил вертолет. Ну и все, готов я вроде к переезду. Почистил печку. Маленько отъехал. Выдолбил лунку по-нормальному. Сейчас перееду туда, где ловятся ерши. И там долбить еще. Там не был дня три, наверное, уже. Четыре. Там, наверное, тоже все промерзло. Вот так. Поезд готов к выезду. Треть работы, можно сказать, выполнена. Осталось наловить длинное всего 7 месяцев. Так что пускай терпит. Видимо. Ох, кто-то уже на проверке. Даже не слышал, когда буран проехал. Кто-то уже тоже долбит. На проверку приехал. На бурашке. Даже не слыхал, когда он проскочил. Тут видно, какой хиус примерно по этому, по дыму. Минус 35, достаточный ветер. Тут еще за бугорком маленько не сильно берет. А там-то, там уже нормально берет. Ладно, пойду рыбачить ёршиков. А с открытой дверью я манал сидеть. Ёршиков уже снимал, что можно сказать. Ёршик радует своим клёвом опять, печка теплом, все отлично. Сижу, ловлю наживку, клюет практически сразу, как опустишь. Ёрши отличные, выглядят прилично. Ловлю потихонечку. Ершей наловил. Нормально так. Пора переезжать, работать дальше, долбать лунки, наживлять переметы и садиться контачить. Кто-то снасти проверяет, тоже там лопатят. Только приехали, видать. Thank you.
временем Малёха не рассчитал. Надо торопиться. Успеть поконтачить. Из головы вылетело, что вчера проверял. Этот пулемет. Лунка промерзла здорово. Успеть еще тот проверить. Оживить полностью. Чтобы пусть есть поконтачить без опозданий. Такая коротенькая съемочка, понятная. Там на том перемете поставлю штатив. Вроде еще есть время, посмотрю. Буквально совсем чуть-чуть я не успеваю на начало клёва на контачку. Думаю, может, Налин тоже маленько припоздает. Выглянуло солнышко, дует легкий южный ветер, загар прилипает отлично. Немного не рассчитал я со временем. Держу в бетоне, околеваю. Надо высыпать замок. Проленился. Сюда. Полно.
табак у меня сидит какой-то на пару килограмм. Капусту вижу. Вроде бы все. Раскалилась печурка, жарище. Но лим не клюет. Зря я куда-то торопился. Дергаешь, и бесполезно. Уже час прошел. Хоть бы раз что-то клюнуло. Батарейки только оттаяли. Сдохли батарейки на морозе. Бачил сегодня, еще посижу полчасика, посмотрю, может что попадет еще, уже наверное навряд ли, попал бы сразу, пока темнело, а так нету нифига, на улице уже темно. Ну вот и все, поехал я до дома, до хаты, нифига не наконтачил, хоть бы раз клюнуло. Прогрелся, можно сваливать. До дома 5 километров. Против ветра. Тучи несет быстро. Погода меняется. Интересно, в какую сторону сменится. В лучшую или в худшую. Будет клевать лучше или будет клевать хуже. Вот в чем вопрос. Ладно, до новых встреч. Это были не диалоги о рыбалке. Всем пока.